кто узнает, что за песенка, что за исполнитель? Ну-ка, давайте, знаете, а? Олдскулы. Залетаем, сотого нет, 98-го зальем. Ну-ка, парниш, отойди. Заскочил на заправочку, залился топляком, но там, короче, надо сначала заправляться, потом платить, и в итоге пришлось, чтобы меня заправщик заправлял. Он заправлял в три бочки максимально долго. И многие из вас реально старые, потому что вы знаете, что это божья коровка, гранитный камушек в груди. Старики! Не ходи! У него гранитный камушек. Полетели. Мировая песенка вообще силовая. Ух. Все, всем добра, бобра. Всего наилучшего вам. Благо дрифты у нас пошли с андерстирами, с парнями. Три недели списывались, договаривались тренировку назначить посуху. Как вы видите, все сбылось. Все нормально. Все классно. А мы продолжаем. Одну тренировочку отменили из-за погодных условий. Вот у нас Денис приехал на BMW, сейчас 3 литра, атмосфера, вшагиваем. Короче, вот обратный конфиг, только вон там вот с разворотом. Дождик вроде кончился, но трасса влажно-мокро-противная. Мы с Денисом катаемся, значит, на BMW, он там разворачивается. Но задача добраться до сюда и поехать в полную дудку вот сюда. Здесь ручник, тормоз, сцепление, доскальживаем. И разворачиваемся и всаживаем обратно туда. Очень интересное, сложное задание. Непростое. Надо будет работать всеми педалями.